Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Леонид Пустовойтов. Сегодня хочу сделать небольшой шедевр из фанеры. Хочу выпилить и, соответственно, потом распилить, склеить вот такого скорпиона. У меня жена по знаку зодиака Скорпион, и я вот недавно делал голову льва. Так как я по знаку зодиака Лев, теперь хочу сделать и скорпиона. Вот я перенес рисунок на фанеру. Вот он. Сейчас я его буду выпиливать по контуру. Вот эти контуры. Вот так выпилю. Затем все вот это вот разрежу на мелкие детали. Вот. Отточу, ну и буду склеивать. Ну, соответственно, после всей этой работы я покрашу, чтобы у меня получилось вот такой вот скорпион, как вы сейчас видите на картинке. Итак, дорогие мои, приступаю к работе. Сегодня у нас, а вернее не сегодня, а уже 2 недели стоит неимоверная жара в Тольятти. Работать практически на улице невозможно, только после 7 часов вечера. Поэтому занимаюсь этими вопросами. Ну, а уже на следующей неделе буду заниматься токаркой. Итак, поехали. Итак, я подготовил лобзик. Вставил в лобзик свою заготовку. И сейчас, соответственно, начну выпиливать. Ну, я так думаю, что выпиливание снимать я не буду. Это не очень-то интересно, как тарахтит этот лобзик. Вот. А уже, как говорится, буду показывать, когда начну, ну, соберу все детали и начну их обрабатывать. Я думаю, что это будет правильно. Хотя, конечно, можно было бы и показать, как это все происходит. Но я посчитал, что это не нужно. Итак, приступаю к распиливанию. Вот, друзья, я вырезал контур. Теперь осталось его распилить на части. Но перед тем, как распилить, сейчас каждый кусочек, который есть, вот видите, вот этот кусочек, вот это все я пронумерую. И пронумерую так же самое и на картинке. Вот на этой. Поставлю номера, чтобы можно было потом нормально собрать. Итак, произвожу нумерацию и потом буду дальше уже распиливать на маленькие кусочки для того, чтобы можно было обточить, снять бумагу и, соответственно, выполнить склейку данного скорпиона. Вот, друзья, столько вот получилось запчастей. Да я не с тобой! Запчастей от скорпиона. Теперь нужно будет снять со всех бумагу и пронумеровать с обратной стороны, для того, чтобы потом можно было его собрать. Дальнейшее, как буду проводить, как буду чистить, я покажу. Ну и, соответственно, как будет производиться соединение. Пока все. Вот, уважаемые друзья, я обработал его. Вот он, обработанный, собрал на сухую. Теперь осталось его покрасить и, соответственно, склеить. Вот его картинка. Видите,
практически все идет один в один. Самая сложная и нудная работа – это обточка. Тяжело она обтачивается, тем более это фанера девятка. Но ничего, вот что получилось. Все, теперь беру морилку разных цветов и начинаю приводить его в божеский вид. После того, когда он будет покрашен, я его склею и предоставлю вам на ваше усмотрение. Ну и так видно, что он практически похож тому, который на картинке. Ну все, приступаю к следующему этапу. Вот, уважаемые подписчики и гости моего канала, закончил я выпиливать, обтачивать, склеивать и покрыл лаком вот данного скорпиона. Вот что у меня получилось. Вот он на картинке, и вот он вживую. Я думаю, что вам видно. Значит, красил я вот эту клешню и эту морилкой дуб, вот эти морилкой сосна, это палисандром, это мока, и это палисандром. Лапы оставил такие, как есть, просто вскрыл лаком. Вот такая интересная картинка у меня получилась. Я ее делал, как говорится, для жены, так как она у меня по знаку зодиака Скорпион. И вот Скорпион готов. На все про все я потратил практически 2 дня, пока подготовил фанеру, пока перенес результат на фанеру, пока выпилил, обточил, склеил, скрыл лаком. Вот такая интересная картинка у меня получилась. На этом я заканчиваю. У кого есть какие вопросы, пишите. Пишите в комментариях. Буду рад на них ответить. На этом заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал Леонид Пустовойтов. Буду очень рад. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До свидания, до скорых встреч. Всем удачи и успехов в вашем нелегком труде. До свидания.